Это неплохо резюмирует первые два года моего президентства. Я буду говорить о чем-то в течение 10 минут, не отвечу ни на один вопрос и бодро ретируюсь. Джо Байден выступил на традиционном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома. Глава государства поблагодарил журналистов за работу, а также пообещал, что делает все возможное, чтобы вернуть домой задержанного в России репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича. В своей речи президент США не обошел и упреков в связи с выдвижением на второй срок, несмотря на возраст, заявив, что он опытный, а не старый.